Всем приветики! Я бы хотел вам показать режим призрака, который добавили в игру CSGO на Хэллоуин. Когда вас убивают, вы превращаетесь в призрака и выглядите вот так. У вас есть нож, вокруг вас дымка, а сами вы выглядите вот как череп. Череп, возле которого дымка и у которого дымятся глаза, и у него есть нож. Этим ножом вы можете что-нибудь делать. Например, двигать предметы, оставлять насечки, разбивать стекла, горшки. И если живые вас не видят, вас видят только призраки, то все, что вы делаете, они будут видеть. И... Но на живых вы повлиять не можете. Ну, то есть вы не можете их зарезать, но вы можете как бы отвлечь их какими-нибудь своими действиями. Курицы тоже выглядят как... Тоже так, по-призрачному. На них простыня, два глаза и рот. Вы ее можете зарезать. И тогда из земли вылезет такая как бы зомбированная курица. И ее тоже все будут видеть. Ее тоже можно зарезать. Вот, как бы это все мертвое, превратившиеся в призраков, они вас видят, живые нет. Но они слышат, как вы приближаетесь, звук вот этого вот призрака, который слышен вот на фоне. Этот звук они тоже слышат, когда вы приближаетесь, ну и видят как бы все ваши действия. Вот такой вот режим добавили. И как бы это лучше, чем когда умираешь, просто наблюдать. Прикольно же и самому побегать и что-то поделать. Может даже как-то отвлечь противника, к примеру. Он услышит, допустим, что где-то разбил стекло, повернется туда. А в этот момент с другой стороны выйдет свой и, к примеру, убьет его. Ну вообще прикольный режим, классно. Вот, ну и вообще это все возможности, которые есть. Да, еще вы можете нарисовать граффити. И... Его тоже увидят как бы живые. Вообще все, что вы делаете, все будет видно, как бы, если вы там рисуете, двигаете что-то. Кроме вас самих, вас не будет видно. Вот. Так, а вот прикольный режим. На этом все. Всем пока.